так выглядит пьезоэлемент для того, чтобы наш котел запалить. Кабель идет в комплекте. Как он работает, сейчас проверим. Вот такая вот искра идет. Вот, чтобы купить новый жиклер, необходимо знать номер термопары. То есть по ней все определяется. Вот, а вот так вот вставляется все. Так вставляем. И закручиваем гайкой в наш котел. Так, ну вот так вот выглядит термопара на котел Атон. Семерочка. Вот это тот конец, который вставляется в автоматику. Что нужно помнить, когда меняете термопару на котле, здесь есть на ней свой номер. Давайте посмотрим. То есть в магазине вам нужно будет вот этот номер показать. Точнее, не номер, а тут как бы комплектация, или не знаю вообще. А вот так гнуть термопару ни в коем случае нельзя, потому что нарушается ее работа. Это старая термопара, которая уже не работает. Уже свое отработала. Твоя горелка на котел Атон. Три отверстия, это вы видите, слева термопара, справа фитиль, посередине запальник. Внизу поступает газ. Вверху можно увидеть смотровое окошко. Это с обратной стороны. Так, ну а вот так вот все это выглядит в разобранном виде. Как видите, это автоматика, а внизу вот это отверстие полное грязи и всего. Это отверстие туда, куда вставляется газовая горелка. Горелка с отключенными трубками и полностью установленная на котле. Ну вот так кратко я и рассказал вам про неисправности котла Атон. Если у вас какие-то возникли вопросы, спрашивайте, и постараемся все вместе с вами обсудить и решить. Всем удачи!